Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Ruby Series. С вами я, Рэчик. Позитишки, всем привет! Вова, Мэй, хэй, хэй, хэй. Что ж, дорогие друзья, неожиданное такое вот появление на данном острове. Мы решаемся открыть рубрику Survival Ocean, где мы будем выживать на небольшом островке. Ну что ж, ребятки, давайте начнем. Не будем медлить. Опа, у меня, кстати, угля многовато. Ладно, я выкинул. Кто-то меня выкинул, блин. Давайте я землю возьму, получается, свою родную. Данила, сколько у нас будет серий, блин? Я не знаю, 30 минут, наверное. Я сделал такую необычную такую тропиночку. А вы разве не положили? Ну, с гемода возьми тогда 20 штучек. Я вроде брал. Чего еще раз? Нет, это она просто угорает. Все вызывали их. Говорит, битву экстрасенсов ей надо. Кроме моих друзей, потому что они боятся. Ой, это не мог. Они не придут, это 100%. Ну, бывает там, конечно, приходят. Ну и что? А это уголь там лежит же, да? Уголь взяли? У кого-нибудь А что ты делаешь? уголь есть? Нет. Блин, ну я ж положил уголь. У нас тут мне, Данил, у нас тут хорошая местность, так что. Мы постараемся, кстати, сделать, чтобы нас было четверо. Ну ладно. Ну я, наверное, сделаю себе удочку. Ну, делай. Блин, не бейте, не бирайте, подбирайте. Это баг у А меня. я сейчас сделаю верстак. Да, делай Я верстак. сделаю. У меня просто Хорошо. баганое все. Так, возьмите это, Вова, возьми за геймода уголь. А у меня ж нету модера. У меня нету модера. А, сейчас. Да, я возьму. Я положил. А, положил уже, да? Да, все, вижу, да. Пацаны, это был халявную удочку. Давай мне. Мне. Ладно, бей, давай кому угодно, мне я уступаю. Лагает Ну, немного, будем ну строить ладно. дома. Потом уже мы строить дома. Не, пусть Рэчик будет. Да, Рэчик, ты пока строй дома, а мы... Да ладно, чё уж там. Стройте свои дома. Я буду лично свой дом строить. Охрененный дом. Я пока вот так дорожечку сделаю для домов. Слушай, даже... Слушай, а не могла этого позитивского? Поддержите, ребятки, сегодня лайком, потому что я больной и я постарался сделать все, чтобы была рубрика. Знаешь, что эти 10 лайков, знаешь, как быстро наберутся, а? Тогда не 10, давайте тогда 2. 50. 50. 50. О, 50. 50. Давайте 50. Если за 2, нет, за 5 дней не наберем 50 лайков, мы не будем дальше говорить. Все нафиг. Согласен, я тебя не... Наверное. Потому что без мотивации. Вы же много, у вас много же в сундуке земли. О, обалденно. Да. Я им написал, что я не смогу сейчас, надо было раньше говорить. Да. Четко.
Ха, Кирилл не может сегодня. Ну ладно, без него заснимем эту серию. Чувак. Почему? Ладно, пусть. Кирилл это еще один чувак, который снимается в данной рубрике. Должен, по крайней мере, сниматься, но его нету сегодня. Это огорчает. Бля. Так, сейчас надо ростков найти как можно больше. Вы меня видели один раз в серии 4. Два сразу же. Эй! Чё там скачешь? Ну что? Ну что, Егор? Ой, нифига себе. Танка 2 и защита от снарядов 4. А, ну, наверное, для брони получается, да? Ну, как-нибудь желательно, да? Ну, это твоя вещь, Егор. Так, я, пожалуй, сейчас займусь этим камнем. Он должен знаешь, быть... кто поймает крутую вещь, тот должен понтануться. Хотя, блин, тоже я зачем сейчас буду копать? Ай, ладно, пофиг. Капец, а у кого есть камень? Данил идет за камень. Я уже копаю, да. Я примерно 8 штучек сделаю. Ну, раскопаю. Это, Вова, посмотри на меня. Да, ребят, живем в каждом отдельном домике живет. Куда не поймал, посмотри. Ты что, угораешь, блин, а? Еще одна, вторая, что ли, или что? Да, вечный нестоногих 3, неразрушимость 3. Егор, тебя всегда везет. Так, надо пойти к Егору. А, это, подписчики, если вы хотите со мной поиграть, то... Ставьте рыбу, вот я уголь положил. Карапиадица. Я вообще-то не веду свой канал. Наглый, блин, тут все... Типа ты в прошлом дубле не пиарился. А, Дрин, кстати-ка, ты можешь оставить наши Xbox в описании? Да, фак, хватит. Дрин, а? Можешь наши Xbox оставить в описании? Я не слышу, у меня наушники далеко, говори погромче. Я говорю, это... Можешь оставить наши Xbox в описании? Ладно, хорошо. Добавлю. Ну, напишу. Чтобы народ могли с нами поиграть. Так и быть, уговорили. Предлагаю минуху. Ребят, я лосося поймал. Ты, конечно, да. Не ожидал. Машина. Поднял бабла, ё-моё. А как Батюжник! Чё? Фу, ругается. Сука, нах. Кто ругается? Тебя в Грифершоу потеряться, ТМТ. Ладно, ладно. Но поменьше здесь матерись. Все-таки. Все-таки, ну, да. Лучше не надо мать. Что-то я как-то неровно построил. А то Данила, то могут страйк был. Страйк дать. О, четко. Ладно, нет, ладно, все, все, молчи, молчи. Все, работаем, ребят, работаем. Да. Ой, блин, тут какой-то мусор один. Данил, посмотри, что я... Че ты... Что это такое? А! А! Будешь там борщи варить? Вы рыбу поставили? Я же сказала, попросила рыбу. Ну ладно, сейчас поставлю уже. У нас в сундуке все равно есть несколько рыбешек. Там я сейчас положу еще в сундук. Хотя я сейчас жарить положу. Я уже почти разобрался с полянкой моего дома. Можешь нам полянку сделать?
Мне вообще не больше. Да ё-моё, мне гудит что-то, ладно. Пускай эта вибрация исчезнет. Данил строит, это рыболовство там будет. Чё говоришь? Пусть там будет рыболовство. Обалдеть, ты бы знал, что мне сколько мне тут. И тут Кирик нам пишет, типа. Кирик говорит, что если хотите исключать. А мы не собираемся тебя, Кирилл, исключать. Если ты это смотришь, то ты... Долбоящер. Не-не-не, Кирилл, мы просто... Устали. Столько дублей снимать. Мы снимаем уже... Очередной большой... Во-во, тем более. Те записи я уже удалил, потому что, ну, там качество плохое, и... Пацаны, ну, да. Еще одна книжка. Да ну, блин. Воспоминания один. Поделишься? Слышь, Егор, дай мне удочку свою, мне прям очень интересно, что ты такой везучий, когда с тобой играют, я всегда... Дай, пожалуйста. Ну, жаден вообще, а. Ладно, тогда рыбу свою возьму. У меня обычная удочка. Эй, вы тут рыбу понахватали, а я только две взял. Хватит. Да хватит, дай мне... Это все помогает мне, бог слышит. Хватит. Сатана, блин. Сатана, я что так, микрофон... Да, сейчас, а так? Окей. Обдолбан. Да чё ты, господи, не стесняйся, говори мне по имени, я тебя чё разве заставляю? Не, ну вдруг смотрите, что мне выпало. Вы чё все офигели так, дайте мне сюда удочку какую-нибудь, а? Или чё, у нас паутина осталась? Нет. Кого-нибудь есть паутина, ребят? Вы чё, угораете? Я, короче, сейчас угораю, ладно, не буду говорить, почему. Ой, извини. Ну, ты чё просто встал? Уйди, я строю. Да, блин. Короче, наш Кирик покинул беседу. Скажите ему, чтобы он зашел, я не знаю. Кто-нибудь, напишите ему, отвлекитесь. А то если я выйду, то как всю видео испорчу. Слышно? Нагло сильно, чересчур. У меня вообще-то сервер, это мой. Кстати, да, кстати, лучше его, иди ты. Потому что у того, как его, у Егора сервер, а у меня съемка. Он покинул беседу. Я про это говорю, говори, что мы ничего не обиделись, мы... То-то и так далее. Он у меня в друзьях, если что. Сколько мы тут уже пили? Блин, у него штаны уже. Ой, мне штаны выпали. Данил, тут туда садит, да вообще, потому что никто не делится со мной вот удочкой, я только делаю, что свой дом... Данила, если я поймаю зачарованную удочку, я тебе дам свою удочку, обычную. Окей, спасибо. Сорвалась. Я думаю, с земли такой красивый. Ладно, пока вы там страдаете от этой фигни, я пойду, пожалуй. Первое время в этом домике жить вместе. Не-не-не, нет, я не разрешаю, я злой. А чё? Вместе мы все равно не будем кровать делать, так что у вас спокойно все делайте свои дома и все. Я жадный. Надо поехать потом половить рыбу. Зачем поехать? Блин, просто надо по миру пока попутешествовать. Не, я не разрешаю тоже. Это уже не по правилам. Мы выживаем убийцы на острове. Я говорю,
именно рыба. Вот, да, вот вы ловите на лодке, меня как раз вот лагает. Ну, блин, Данила, это ж теперь не твой сервер. И чё? Я снимал, я открыл эту рубрику. А это мой сервер. И чё? А у тебя ж лагать-то не должно. И чё? А, ты про это? Ну, в смысле, у меня даже сейчас немного небольшие подлагивания, такие, как были вчера, но имеются. Если потом увидишь, посмотришь видео, увидишь, что есть не такие небольшие лаги. Вот почему. Кстати, потом надо стражи посмотреть. Стражи недалеко. Чего вы стоите, ловите рыбу? Хватит, а дайте мне половить. Нет. Ты давай строй дома. Я только свой дом строю. Женщина. Я уже, считай, все построил. Что у меня имеется. Тише, женщина. Это работа. А, у нас же костная мука еще есть, точно. Я понял, что надо сейчас нам сделать. Деревянный дом. Да, запросто. Ой! Во, офигел, да? Увидев. Да, так я смотрю, ой, дерево. Ой, ну нафиг. Я сижу, жопу грею на печи. Если что, рыба моя. Да шучу я. Вау. Так у меня необычное дерево тут появилось, у нас заспавнилось. Вов, ты чё? Обурел? Слышь, моего лосося подхватил. Вообще-то я не подхватил. Лосося. Если сейчас никакой росток не выпадет, я буду в шоке просто. Да не выпал росток. О, да, ооо. Егор, чё ты пришёл ко мне в дом? Иди отсюда. Нет. Что? Осталось куриц найти. Да чего вам эти курицы? Господи, ловите рыбу спокойно и все. Кстати, надо будет потом побыстрее, только нам только слишком не укатить с рыбой, потому что. А, о, яблочко! Яблочко и добилось. Да. Счастье-то какое. Ну так что, дорогие друзья, я говорю правду, он обосрался, когда он был яблочко. От яблочка. Да. От яблочка. Да. Миска третий раз, офигеть. Капец. Вот, кстати, когда я снимаю, у меня живот так уж и сильно болит. Я смотрю, вот отвлекаюсь на съемки, и мне прям охрененно. Дорогие друзья, я сейчас сделаю кое-что Данилу. Ай. Я тебе сейчас сделаю, что там у меня дом портишь? Стройте свои дома, пожалуйста. На, да блин, стой на месте. Да, давай. Чё хотел? А вы должны за это поставить лайк. Да. Спасибо. Капец. Я надеюсь, что дождь не настолько громкий, чтобы вас не было слышно. Так, надо поесть, надо пойти. Ой, что-то слишком громковато я сделал. Ну, ладно. Надо пойти поесть. Как можно? У нас всегда на каком... А, не, у нас сложность имеется, то есть у нас стоит на чем-то. Да, у меня уже голод пошел, ребят, кстати. Да, не парьтесь. Я предлагаю остров не очищать, чтобы... Добрались там зомби. Мобы? Да. Не знаю. Потому что Данил это... Ну ладно, там делайте. Только защищаться чем будем-то? А, ну деревянными мечами дерево. Стоп, так ты ж можешь за камчик. Не, а хотя... Ну ладно, а у нас если земля, конечно же, имеется. То, конечно. Да, у меня есть. Да у нас ее в сундуке куча. Это
Кстати, вот эта земля, которая лежит, давайте уже раскладывайте на свой дом, потому что сейчас я всю землю потрачу, да? Вы сами будете виноваты потом. Мы рыбу ловим. Ну да, вот, конечно, важное дело. Пацаны, у нас остался последний угол. Я серьезно говорю. Ну, это печально. Да мы сейчас из дерева... А, нет, я дерево протратил уже. Да, ой, хватит. Сорян. Бам. Давай, Данил, пошел строить. Потерь, Егор, Егор, хочешь, я тебя приющу? Зачем? Мы живем у каждого в отдельном доме, ребят. Мы договорились. Ну-ка, сколько тут... Сколько тут блоков? Раз, два, три, четыре, так, пять. Так, я, кажется, не там не лоп... Ну, да, я не там копаю. Окей. Четыре. Я пока буду лестницу расставлять. Понемножку. Помаленьку. Да. Нет, блин. Во. Не хочу. Ой, ой, у нас дерево вырастило. Блин. Дерево выросло? Да. Четко, ну забирайте, я знаю. Четко. Берите кто-нибудь. Блин, что-то я, мне кажется, сильно раскопал. Да, я вижу твой ник. Не настолько сильно, что у меня аж лагать начало. Чё так много камня? Я офигеваю. Во, пошел проект. Сейчас, сейчас проверим, кстати, да, насчет воды. Если там вода есть, то... Да, вода имеется. У меня вообще самый большой дом. Именно из участка. У Грея пошел, все, ребят, Грея пошел. Все, норм, тема. Все, все, я пошел по глубине. Что ты думаешь? А, Данила, вот по поводу, допустим, земли. Но. О, дерево выросло. Данила, у тебя дерево большое выросло. О, ну это мое дерево. Офигеть, Данил, какое большое. Что теперь делать? Будет дерево у тебя жить. У кого звуки лишние? Не знаю. У Егора Пантелеева. Вообще никого нет. У Вовы, значит. Я что-то тоже хочется поугарать. Вова, иди в соседнюю комнату, пожалуйста, только попортишь все. Что? Да ничего, а, ничего. Да железо, железо. На кирке потом уйдет. Ограниченное количество, ребята. Мне кажется, тут шестерочка есть. Да тут шесть однозначно. А, не, у нас же трое. А нас вообще там несколько. Восемь. На другой остров нельзя, я уже сказал. Данил, Данил, что-то мне кажется, я переборщил. Не, я докопал, знаешь, до определенного, ну, короче, до хорошего места. Уйди, Пантелеев. Это меня по фамилии называть бесит. Да, мы по фамилии называем, по имени, ребят. Иди нахуй. Давайте Данила будем называть по фамилии. Да. Слышь, бриллиант. Это что, мое дерево? Да. Да. Вы что, убираете, что ли? Да. Вот это счастье. С дождем. Ну, когда дождь, конечно же, у дерева растет. Thank you.
Вообще ничего не вижу. Данила, а мне земля нужна. Земля? А в сундуке разве нету? Да. Да там последний стак остался. Последний стак? Ну, я тебе могу скинуть. Мы слишком много потратили. Вот я, короче, кидаю там, иди ко мне, я там скинул землю. Там, считай, почти стак. Работы не могу остановить. Все равно не хватает. Да ладно. А вот Вова, он переборщил со своим домом. Кстати, да, слишком... Давай выламывай, чтобы было нормально, поменьше. Мы слишком большую полянку, мне кажется, сделали. Да не, нормально. Не, погодите, нам еще Кирик будет ходить. Вы чё? Так я ему... Да, Кирик будет у меня жить. Ладно. Кирик у меня будет жить. Да хватит, да, он будет вообще отдельно жить. Я его заставлю. Так у нас больше нет места. Ну тут-то дело! А, ну ничего, для этого у нас камень есть. Камень. Так, мне кажется, я слишком что-то... О, еще. Обалдеть. Тут так много дерева, знали бы вы, это вообще, это трендец. Куда я вообще попал, хочется спросить. Походу, надо... Пантели... Егора, возьми уже земли, потому что не хватает вообще. Вот, да, вот спроси сегодня, как мы будем брать землю, если вообще ее не нужно. Ну, с геймода возьмем тогда. Тут вообще дело в том, что земля, вот по сути, да, вот выживание на острове, да, вот в таком, именно на котором мы сейчас выживаем, да, земля во всем сундуке. То есть вы можете сейчас положить примерно 4 стака земли в сундук. Окей. Давайте 6. Да, давайте 6 лучше, потому что чем больше, тем лучше. Блин, а? Я не знаю, как мне сейчас обходиться. Если сейчас дерево не споет, я буду, конечно, в шоке полном. Короче, я выдаю всем по 6 так один. Окей. Нет, давай на первом. В сундук положи. Земля будет по-английски, я что-то забыл. Я первый. Как земля будет называться по-английски? Земля вам всем пухом, блин. Я, как земля по-английски? Да. И по-английски. Эй, моё. О, ой. Чётко. Егор. У кого там штанцы валяются? О. Я был 6 земель. 6-ёрочку. Это 6. Я понял. Понятно. Умножить. Математика. Ничего не падает. Или короче, падает. Четко. Блин, а я так и знал, не все дерево. Это сломал. Ровно 6 стаков, да. Это 6 стаков. Раз. Капец, блин. 6, да. Что мне с этим делать? Ну ладно, я потом, когда буду, ну... Ладно, короче, потом что разберусь. Что это надо делать? 6 стаков, не потеплю. Это я оборзил? Что? Что? Оборзил. Кстати... кому-нибудь камень нужен был уже, пока я все не заложил? Мне. Я в сундук положу, общий. Один 19. Мне кажется, вы... А, дайте, пожалуйста, кому-нибудь удочку. Да не, у кого что? Хотя, мне кажется, уже пора заканчивать. Да, уже пора заканчивать. Блин. Ну, чем пока закончу? Сейчас пока все положу. Себе. Ладно, давай. Да сейчас заканчиваю. Ну все, ребятки, давайте на этом заканчиваем. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами были ребятки из Ruby Series. Это был Red Positivsky АК Егор. Это я. Это был Вова Про АК. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Погоди, я еще не со всеми попрощался. Это был Вова Про, АК Вова Мэй, АК Вова. И я Дэйвер Херейчик, да, тот самый. Да. Ладно, все, у меня уже меньше 3% памяти, все. Всем удачи и всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Сейчас увидим. Подожди немножечко. Ну, все, всем пока. Я бы... в шоке, если просто убил. Прикинь, ну, что мне... не подключ... О, все заснялось, кажется, да. Сейчас меня уже залагало что-то. Я тоже... А, это Егор, блин, потому что, да? Вышел. Егор...